Красота, дорогие друзья. Надеюсь, что вам мой юмор зашел. Давайте отправимся на берег, узнаем температуру воздуха и водички, какая сегодня. Виды, конечно, на горы, крепость, которую вчера покорили. В скором времени обязательно смонтирую видео, вам выложу, посмотрите. Уверен, что понравится. В Телеграме уже есть пролет над этой крепостью на FPV-дроне. Было классно. Доброе утро, ребята. В Анапе сегодня шторм. Уже стала волна, 12 метров в секунду будет ветер. Ребята собираются сегодня там катать кайтеры. Кто любит эту тему, обязательно сходите, посмотрите, как это все выглядит. Потому что они с 11 часов на речке Мужичин будут уже катать. Я думаю, что сейчас еще вам надо показать все-таки, что там песок лежит. Камней здесь не так уж и много на этих пляжах. Температура 31 утром. Это температура воздуха, моречка. Мне кажется, почему-то здесь оно не совсем такое прям супер прозрачное. Наверное, из-за того, что вот туда дальше, за камушками, начинается песочек. Ну, это температура моря. Водичка, конечно, упала на 1 градус, но все равно великолепно. Надо лишь отметить, что температура 31 это показывает в тени, где-то градусов 25. Вот и 5 у меня показывает. Это в тени, а 31 показывает на солнышке. Водичка, в принципе, теплое настроение. Надеюсь, что и у вас хорошее во всех ваших городах. Конечно, смотришь на всю новостную политику. Сейчас вот во всех новостных лентах Израиль. Забыли все про то, что у нас происходит. И каждый день погибает гораздо больше людей. Всем мирного неба. Дай Бог, чтобы, как говорится, было все хорошо и прекрасно. И на всей планете был бы мир, и люди уже не делили ничего. Жили в мире, согласие, было очень хорошо. Любили море, приезжали на него, наслаждались, работали над тем, чтобы все вокруг было экологически чисто. И вообще, в принципе, чисто. Мир, порядок. Как это вот так? Мир вашему дому. О! Оса! Прилетела, укусила меня. Все, всем пока-пока.